Всем привет, с вами Эндрю, вы на канале Супер Динамит. И сегодня я покажу вам, как стать большим червем в Slither.io. Ну что, погнали! Конечно, я не буду играть в онлайн режиме, я буду играть с компьютерными червями. Ну что, погнали! Сначала нам надо набрать немного иммунитета. Когда мы наберем иммунитет, вы должны попытаться сделать так, чтобы в ваш бок врезался червяк. Вот, например, давайте, какой червяк? Вот давайте синий. Синим что-то не получилось. С этим? Нет. С желтым тоже, наверное, не получится. Сейчас выберем какого-нибудь жирного червя. Вот, например, этого. Чуть не врезался сейчас я. Пока что-то у меня не получается. Главное терпение. Вау, я прошел сквозь червяка. И опять. Давайте попробуем сбить этого червяка. Нет, не получилось, потому что он ускорился. Вот так вы должны сбить червяка своим боком. Когда вы это сделали и достигли вот примерно вот таких размеров, берете и делаете воронку. Как ее сделать? Простилой. Довольно просто. Даже делать ничего и не надо. Сейчас я вам покажу, когда наберу побольше веса. Вот. Вот давайте покажем вам на маленьком примере. Вот этого червяка. Делаем воронку. Просто крутимся по кругу. Но сужаем его. И ждем, пока этот червяк не врежется в ваше тело. Ждем, ждем. И когда он врезался, забираем иммунитет. Ну вот это и все. Что вам надо сделать? С вами был Эндрю. Вы на канале Супер Динамит. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно подпишитесь на канал, потому что ваши подписки меня радуют и мотивируют к новым роликам. Всем пока!